Малолетняя Норт Уэст уже снималась для того, чтобы попасть на обложку глянцевого журнала. Теперь настало время очередного этапа в ее карьере. Дочь Ким Кардашьян в своем 5-летнем возрасте дебютировала на сцене. По мнению знатоков мира шоу-бизнеса, она вся в маму. Впрочем, как говорят они, дебютом это можно назвать достаточно условно. Это не был показ, который организовывают модные бренды. Шоу организовано производителем детских игрушек с тем, чтобы запустить их новую серию. Дети, участвовавшие в нем, выбрали одежды игрушек, которые у них самые любимые. Для North West ее мама выбрала наряд одной из кукол, производимых LOL Surprise, организовавшей показ новой своей коллекции. Дочь Канье Уэста предстала на нем в ярко-розовой косухе и латексной юбке такого же цвета. Чтобы завершить образ, была использована яркая помада и солнечные очки со стразами. Девочка уже давно привыкла, что папарацци, журналисты и прочие уделяют ей повышенное внимание. Поэтому на подиуме она продемонстрировала хорошую уверенность в себе. Как сообщила Кардашьян, ее дочь просто одержима куклами, производимыми этой компанией. Поэтому, узнав, что ей предстоит участвовать в показе, она впала в восторг.